Latvia, 3:52:1. Итак, дорогие друзья, первое место занял бельгийский спортсмен Артур Петерс. Второе место Ирландия. А Михаил Фицсимон, ну, у бельгийца было время 3:29:1, довольно хороший результат. Ирландский спортсмен показал 3:29:3, чех Спитер Якоб 3:31:7. Запомним это время, будем сравнивать, кто же все-таки попадет в финал по времени. Шведский спортсмен Мартин Намтел 3:32:4, далее Германия 3:38, Япония 3:39, Польша 3:40, Китай 3:41 и Латвия 3:52. Ждем результатов нашего заезда, где наши Грибайчевки заняли второе место и попал в финал. И расскажем вам, проанонсируем третий полуфинальный заезд. Semifinal 3. K1 under 33 men 1000 meters. The starting list. Lane number 1. The United States of America. Lane number 2. Kazakhstan. Lane number 3. Russia. Lane number 4. Iran. Lane number 5, Argentina. Lane number 6, Austria. Lane number 9, Switzerland. Итак, дорогие друзья, перевожу на язык Толстого, Достоевского, Чехова. Первая вода. Соединенные Штаты Америки, Александр Ли. Вторая, Казахстан, Владимир Картушин. Третья, россиянин Игорь Калашников. Четвертая, Али Агамирзадженагхрат, Иран. Пятая, Агустин Верниц, Аргентина. Шестая, Дания, Николай Ди Гардегард, Морски. Седьмая, Италия, Андра Даль Бьянка. Восьмая, Австрия, Кристоф Корнефилд. И девятая, Швейцария, Андри Зиммерматер. Ну вот, ребята уже приближаются к отметке 500 метров. И что можно сказать об этих спортсменах? Спортсмены гребут. Это и на русском, и на английском. Понятно всем, кто смотрит соревнования. Поэтому скажем лишь, что к отметке 500 метров спортсмены перегребли, наверное, в хорошем настроении. Каждый сохраняет шанс на попадание в финал. Однако напоминаю, что здесь очень серьезный отбор. Только первые две лодки точно попадают в финальный заезд. Третья по времени. Немножечко подождем. The team leader of Spain, please come to the competition committee. The team leader of Spain, please come to the competition committee. Итак, друзья, испанцы, представитель команды, вас просят подойти к судейскому протоколу. Но мы видим, что промежуточные результаты после 500-метровой отметки Аргентина, Иран и Дания. Кажется так. After the half of distance, Argentina, Iran and Denmark. И мы выйдем на финише, что тоже после отметки 750 метров лидировал аргентинский спортсмен. Он по пятой дорожке продолжает возглавлять эту борьбу. По четвертой дорожке Иран. Рядышком добавляет Австрия, восьмая вода, шестая вода Дания. Итак, Аргентина, пятая вода. Этот спортсмен лидирует, и рядышком четвертая Иран. Шестая Дания, какая борьба, великолепно финиширует и австрийский спортсмен. Итак, последний метр дистанции, очень верница, Агустин уверенно выигрывает, это Аргентина. Кто же будет на второй позиции, Иран или Дания? И все-таки Дания, последние сантиметры, Иран и Австрия, великолепнейший заезд. И кажется, Дания заняла второе место.